Итак, добрый день. Сегодня у нас 10 июня 2022 года, и мы собираемся ехать в Белорецкий район, деревня Отнурок. Отпросились с работы чуть пораньше, и впереди нам предстоит маршрут в 270 километров, который займет по Яндекс.Навигатору 3,5 часа, ну, скорее всего, все 4. А еще меня назвали душным блогером, поняли? Может быть, даже канал переименую, а может и нет. И еще мне сказали, что у меня очень скучные и душные видео, поэтому в этом ролике будет происходить все очень быстро и на перемотке, и он будет очень коротеньким. Поехали! Что из себя представляет наш выезд? Это обычный корпоративный выезд нашей компании с небольшой развлекательной программой, подъемом на гору Малиновую, если мы, конечно, туда сможем сходить, с небольшим концертом, это сюрприз, кто будет делать концерт, ну и просто отдых, баран на вертеле и еще раз просто отдых. Залили 30 литров в наш прожорливый 2,5-литровый мотор и едем дальше. Кстати, проехали 100 километров. А вот когда мы проезжаем 100 километров от Уфы, да, у нас начинаются горы. Такие красивые виды. Дальше мы будем показывать только горы и только красивые виды. А еще у нас горит чек. Связь пропала, карта тоже пропала. Едем без карты. В предыдущем весовом контроле было ограничение в 5 км в час. На меня смотрели как на идиота. Что делать? Навигатор показывает 5 км в час. Был знак 5 км в час. Вот и едем. Сейчас и 90. А тут 90. Да, и камера, кстати, тоже стояла, в жопу стреляла прям. Кому интересно, в нашем 21-летнем Subaru работает кондиционер. Мы сейчас едем и кайфуем. Хотя на улице не так жарко, но в машине с люком... С люком, я говорю, довольно-таки жарковато, 29 градусов, а с кондиционером очень даже комфорт. Так что мы едем и кайфуем, ребятки. Подъехали к тещиному языку, проехали 120 километров. Ой, простите, 120 нам осталось, а проехали мы 145. Тещин язык интересное место, такое красивое довольно-таки и несколько коварное. Года 4 назад мы ехали из ГЛЦ Магнитогорск, Банная, и я решил на спуске обогнать медленно тащущуюся шестерку, а сзади оказалась люстра. Пришлось отдать на месте денег. А еще здесь постоянно бывают пробки зимой, когда фуры стоят. И зимой вообще сюда лучше не суваться. Но если очень хочется, то что делать? И вот как раз он наш тещин язык. Мы прям его сейчас проезжаем. Вот они фуры. Ой. И вот подъемчик у нас такой. Хороший подъем. Смотровая площадка недалеко от села Зуяково. Решили остановиться, посмотреть классное место. А еще в ясную погоду здесь видно гору Ямантау. Где-то там наша гора.
оставляем дворники и едем дальше. Погнали! Ребят, посмотрите, какие потрясающие виды открываются здесь, в этих краях. Оп-оп-оп, что-то происходит на дороге. Абхазская тема, когда по дороге ходят коровы. Такие неожиданности нас встречают на дороге. Едем дальше. Кто-то закончит работать через 30 минут, а мы тем временем будем поворачивать на улицу Малиновую, прямо вот за этим производственным помещением, зданием. Оп. Что у нас тут? Одна, две полосы, непонятно. Начинаются у нас белорецкие дороги, каменные. Указатель на гору Малиновую, какая-то Малиновка, значит, мы едем правильно. Смотрите, какой мостик здесь красивый. Такие номера на крузаке должны быть. Мы приехали в деревню Отнурок. Именно деревня, да, село, но чуть дальше. А где деревня, спрашивают? Деревня у нас дальше. Вообще, если верить навигатору, 1,5 километра до самой деревни. А наше место, оно чуть дальше деревни, поэтому мы еще едем пока. Мы проехали 10 километров почти по такой вот потрясающей дороге. Thank you.
вот мы, собственно, и приехали. Такое вот здоровское место. Че, будем оффроуд устраивать? На, снимай, как я заезжаю. Бампера на Subaru — это расходный материал. Че у тебя с камерой делается? Спасибо, что хорошо снимаете. Спасибо. Чуть-чуть повыше. Отличное видео получилось. Мы снимали потолок. Да, ну теперь давай снимай. Мы приехали. We got it. Наш лагерь. Мы обустроились. Очень круто. Вот такой вот у нас звезда. Шатер. Моя тачка загнал, чтобы играть. Такие вот красивые, классные столы. Небо Сейчас переделал. Эй, ты куда под животное? Я в детский сначала. Детский? В лесу. В этом, в кабана попади или зайца. Вот. Все. Теперь давай, ты по земле. Ходи. Научился, как ребенок ты, но все не мог.